многие подписчики и зрители моего канала. Пришли популеса, это значит, что пора их сливать на ВП-дропе. Последний раз вот лучший дроп Аркану. И сегодня я хочу долбить до Талова, пока что-нибудь не выдаст. Это такой вот кейс, как First Blood. Здесь... Слушайте, а нахуй я его решил долбить? Слушайте, давайте другой. Слушайте, я что-то то ли поменяли, то ли... Помню, что хотел его много раз открыть, но что-то сейчас посмотрел, понял, что... А, ну его нахуй, в принципе. Тайм Випер или вот этот я хотел открывать. А, ну этот я и долбью тогда до Талова. Я думаю, один и тот же кейс долбить нет смысла, хотя он более-менее дешевый. Там лежат арканы. Давайте сейчас какой-нибудь лес, допустим. Что у нас в лесу? Что у нас в лесу обитает? Ну и хуй его знает, что-то грузится, а что грузится, непонятно. Так, хорошо. Имморталки, арканы на это. Ну давайте сейчас я предлагаю его три раза по одному долбанем. Бля, я ж выключил звук, ептою медь. А, тебе как-то похуй, да, что я выключил звук, блять, понятно. Поэтому сделаем вот так вот. Так, это что у нас первое? Первое это плечи на регионку. А, нет, сразу руки на Энигму. Хорошо, 355 рублей, заебись. Пошел контент, вот, теперь звук выключился. Ну ладно, давайте уже включим, я его сделал потише. Короче, через раз эта кнопка работает, я вас понял. Так, голова на Акса, нет, голова на Легионку. Или на Акса. Вот тут так крутится, что порой хуй поймешь, но это не его план. Давайте третий раз попробуем. Да, звук я сделал потише, вам не должно вас сильно это долбить в уши, как меня. Так, смотрим, ой, блядь. Не доедешь же, да? Доехал, а что это такое вообще, сколько это стоит? 36 рублей, понимаю. Так, ну один раз только окупился, и потом как-то под слив пошло. Давайте какой-нибудь другой кейс посмотрим, я не знаю. Танк, тинкер, блин, мид. Ладно, а это уже эти. Так, ладно, сейчас подожди секундочку. Дайте немного подумать, я человек тупой, долго и думаю. Мифически нет смысла танк керри. Так, а в танках у нас есть арканы? Ну, на легионку. Ну, давайте тоже три раза его откроем. Посмотрим, что тут интересно у нас выпадет. Потому что, если честно, я не понимаю немного политику этого сайта. То есть, сокровищница стоит дороже, там ничего. Ой, бля, это 9 рублей. Вот, сокровищница стоит типа дороже, но там нет арканы. Сокровищница стоит дешевле, но там есть арканы. Просто один и тот же, с одной и той же сокровищницей долбить. В принципе, да можно, но не знаю, насколько это хорошая будет идея. Но пока что идея открывать какие-то другие мне вообще не нравится. Вообще сливает, просто сливает. Просто ебаная слива. Два раза открыли, два раза не купился. Хотя в третий раз окупится, интересно, нет, блядь? Вообще, контент сегодня будет какой-нибудь, блядь? Ага, понятно, блядь. Вот тебе контент, нахуй. Это тоже нихуя не стоит, тоже не окуп. Да, тоже не окуп, ладно. Давайте попробуем три раза долбануть, который мы тогда открывали, вот этот Team View. Я не знаю, как правильно произносится, и, короче, Тима, блядь. Вот, три раза давайте его откроем тоже, потому что, ну, в прошлый раз, когда мы проверяли именно эту сокровищницу на этом сайте, она прям хорошо сыпала. Так, меч, это не окуп, по-моему, у нас. Откуда вот, блядь? А, ну они все с аркан тягают. Короче, арканы падают только с аркан, как я понял. Давайте еще разок. Опять не окуп. Че, только одна сокровищница сегодня купится, я вывел аркану и все, кунька, иди-ка ты нахуй. Ну, хотя бы голова на пуджа, хоть что-то она стоит. Но, походу, это самый сбалансированный такой в плане кейс, то, что он хотя бы может не сильно сливать и может иногда окупать. Ты откуда выпал, блядь? А, это ж мне и выпало, точно, блядь. А, так, торс на этого Зевса, он тоже, в принципе, не окупается. А, не окупается, слушайте. Давайте я предлагаю еще два раза его долбануть. Посмотрим, что он нам выдаст, что не выдаст. Не хочется, конечно, продавать все, и чтобы открывать еще, но, блядь, походу придется. А походу придется, блядь, что-то сайт сегодня вообще не в духе выдавать мне. Один окуп и все, и как бы до свидания, блядь. Печалька, реально печалька. Что у нас тут, блядь, насмешка на пуджа, понимаю. Так, что у нас тут? Давайте пока плечи я оставлю, остальное все нахуй, потому что мне только эти плечи интересны. Ой, плечи, вот эти руки на Энигму, остальное мне все нахер не надо. Сколько у нас там? 718 рублей, 718 рублей. А, Дед Мороз, я помню, кстати, раньше его открывал. Он мне нормально так высыпал. Давайте 5 раз его попробуем открыть. Он раньше по сотке выдавал пушечки и так далее. Тоже, в принципе, неплохо. Так, более-менее окупал. А, так, плечи. Слушайте, ну я хуй его знает. Это, по-моему, не окуп должен быть. Нихуя себе не окуп. Так, ну 200 рублей, слушайте, мы выбили. Но здесь мне ничего не надо. Давайте еще раз 5 раз добанем. Тратим мы 150. Если будем тратить по 150, выбивать по 200, то почему бы и нет, когда да. Так, что у нас тут? Угу. Так, опять плечи. Двое плечей. Так, это не окупает, это не окупает. Ну ладно, сейчас посмотрим, сколько мы вообще убили. Ну опять окупились, опять окупились. Давайте еще разок откроем. Посмотрим, что нам выдаст. Ну как только сольет, сразу уйдем отсюда, короче. Так, опять плечи, так, спина. Ну вот это, походу, уже все. Это уже габелла. 150 потратили, 157 выбили. Ну-ка, а если фастиком попробовать? Ой, не то сделал, извиняюсь. Так, а если вот так фастиком? 170, нормально. А еще фастиком? 157, нормально. Еще фастиком? Блять. Еще фастиком? 169, нормально. Еще фастиком. Оп, уже слив. Ладно, еще раз пробуем, сливать уходим. Окупились. Я даже не смотрю, что выпадает, если честно. Я смотрю, чтобы вот так нулина.
Чтобы главное окупались. Так, еще раз слил. Давайте еще раз сливает, уходим. Все, он еще раз слил. Ладно, пойдемте с этого кейса. Пофармили чуть-чуть и хватит, как говорится. Ну давайте подарки Пуджа по два раза попробуем. Два раза сливает, уходим сразу с него. Так, смотрим. Кстати, тут аркан на Пуджа есть, нихуя себе. Гем вижу, аркану вижу. Так, усики и когти, блядь. Пиздец, набор моей бывшей, блядь. Так, ладно, сколько? 54, не окупились. Еще раз пробуем, не окупает, уходим. Ну да, тут, походу, арканы только с аркана выпадают, блядь. То, что они в других тут сокровищницах указаны, походу, шанс их выбить вообще хуй целых, хуй десяток. Понятно, блядь. Ебальник кирпичом и усы опять. Понятно. 98 рублей. Опять не окупает. Да, что-то как-то ВП-дроп после вывода вообще не сыпет. Ну-ка, что у нас за Battle Pass? Есть тут аркана? Ну, есть одна аркана. Ну, давайте его, не знаю, сейчас два раза сливать тоже уходим, если сливать будет. Я надеюсь, что он не будет сливать, я надеюсь, уже какой-то окуп. Ебись ты, блядь. Да что, доедет? Ладно, это сотка. Должна быть. Ну, 124, окупились, ладно. Еще раз пробуем. Не хочу я ничего такого дешманского вводить. Вот что-нибудь за соточки, 2-3 можно. Вот если бы эта хуйня выпала, было бы отлично, но выпадет эта хуйня, да, которая стоит хуй целых, хуй десяток. 37 рублей, кстати. Ну, не сильно, на 40 рублей, но в минус ушли. Ладно, еще раз минус выводит, пойдем на следующий, значит. Будем так пытаться вывести что-нибудь, выбить. Так, блять, этот сет, он вообще что-нибудь стоит, мне интересно. Вот хоть рубль он стоит. Ну, целых 56 рублей стоит, но он два раза нас слил, значит, уходим с него. Плохой кейс, мне не нравится. Так. Валькирия! Это новый персонаж, которому все говорят, что он, возможно, выйдет. Что-то тут вообще говна одного. Ну, давайте мы его. Ну, давайте так же. Два раза, если не окупает, уходим. Давайте так же попробуем. Ну, я понимаю, что я вывел, конечно, и после вывода, скорее всего, он не будет меня окупать вообще ни в одном месте. Это меня очень сильно печалит. Даже по колесу бонусов было понятно то, что он вообще не собирается мне давать баланс дополнительный. То есть тут промокод это нашел у них же в группе плюс 35%. То есть он даже мне промокод не выдавал. Так, ну вот эта башка, я не знаю, сколько она стоит, если честно. 16 рублей, блядь. Пиздец, все понятно. Он, короче, у нас теперь ни с одного, походу, не купит. Просто ни с одного. Пока у меня эти руки висят, блядь, но я эти руки не буду продавать, я их лучше выведу. Возьму себе подписку Dota Plus, куплю. Так, Дэнди. Дэндимон, где Дэнди, там и Пуч, где Дэнди, там и Хук. Давайте так же, два раза сливает, уходим. Блять, можно хотя бы два раза подряд окупить? Блять, что этому сайту стоит два раза купить, блять? Этот Хук, он не окупает. Он стоит рублей 40, наверное. 14 рублей он стоит, ебать. 40 рублей ты захотел, кунька, ебать ты, блядь. Может, тебя еще и каждый раз сайт должен окупать, да? Каждый раз по аркане выводить, ага. Хуй соси, блядь. Ну, понятно, ДК-хук проедет, блядь. Бля, прикиньте, ДК-хук бы выпнул. Ебать, это рофл был бы. 29 рублей. Ну, давайте еще крайний раз открываем и идем на следующий. Бля, если бы ДК-хук выпил, ебать бы внизу комментариев было. Подкрутка, кура-кура, блядь. Ладно. Опять это, короче, голова. Ебись ты в рот, блядь, чел. Вообще не помню, что Дэнди играл на чене. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. По-моему, Дэнди на чене, блядь, никогда не играл. Так, редко. Что у нас тут еще есть? Арканы, курьеры, понятно, блядь. Лес. Ну давайте лес разок долбанем. Все-таки лес нам дал плечи, может еще хотя бы одни. Хотя бы в 1000 уйти, блядь, и свою 1000 обратно забрать, которую сюда залил, и все, и похуй. Мороз, блядь. Так, понятно. Голова на легионку. Опять не ок. Сукина дочь, блядь. Вот посмотрите, он только один раз окупился. Ну, блядь, вон там, более-менее окупился. И все, и по пизде пошло. И все пошло по пизде. Ну, вот реально, как говорится, человечество изобрело колесо, с тех пор, блядь, все поехало в пизду. Ну, понятно, это тоже не окуп, блядь, это 75 рублей у нас. А 56, это 75 он стоит на изидропе, здесь он стоит 56, блядь. Давайте First Blood, я не знаю. First Blood мне тоже окупал, в принципе. Понимаю, короче, балика уже нету, блядь. Ну, и охуенно как все. Голова на шаду демона, я не знаю, сколько она стоит. Но она вряд ли стоит по 150 рублей, блядь. 48 рублей, понимаю. Короче, ни First Blood, ни хуй Blood, ни хуя не окупается. Короче, вообще, окупа, блядь, хуй целых, хуй десяток. Ну, понятно, если он сейчас снова не окупит, это будет очко в очке за очком, блядь. Блядь, до плечей хотя бы, блядь, хотя бы чисто плечи разыграть на розыгрыш. Вот ты пидор, блядь. Давайте еще раз попробуем. А нет, все-таки с каких-то других кейсов тоже падает вон арканы. Ну, не факт, что это не бот какой-нибудь. Блядь, ну понятно. Просто понимаю. 44 рубля. Вот так вот, народ. Просто сайт слил в нулину. Он даже не пытался как-то подержать балансе. Он просто слил в нулину. Вот, блядь, только одни ебучие плечи, блядь, которые тебе хуй найдешь. Реально, блядь, а где они, нахуй? Алло, свекровь, проснись, блядь. Да он не плечи, руки, извиняюсь. Где они? Вот они, блядь. Это не обращайте внимания. Это тут некоторые вещи нельзя было вывести. Пришлось там изъебываться. Ладно, давай попробуем. Давайте хотя бы мортовские плечи вам выбьем на розыгрыш. Вот на этого, который часто падает, блядь. Забыл, как его зовут опять. Блять, голова на эту хуйню на панду выпадет. Блять, да ты заебешь. Ага, все понятно. Цена, ну давайте что-нибудь, я не знаю, ну за 90 рублей посмотрим. 90 рублей. Ну еще одни плечи можно на Вайда, в принципе, разыграть. Да хули нет? Или давайте на Акса попробуем. Ну плечи уже были, давайте попробуем на Акса выиграть вот эту штуку. Я не знаю, насколько у меня велики шансы будут. Ну 26%, я не знаю, зайдет, не зайдет, зайдет, заебись, не зайдет. Ну, сука, придется за свой баланс покупать вам в стиме.
Блять. Ой, какой же охуенный сайт, блять. Один раз он меня окупил, и то у меня было куча бонусов, плюс 50%, плюс кэшбэк, блять. И он мне дал вывести там, ну, на сколько-то, на 2000 примерно. И все, и пиздец, блять. Ну вот вы можете видеть то, что я забрал. Это аркану, плечи, которые я вам уже разыграл, кук, который я продал, плечи, которые я продал, и все. Ну, короче, вот это, блять, началось в колхозе утро. Вот хуй поймешь, что это за гем, блять. Я не знаю, что это за гем. Ну, давайте голову на санитера. Голову на санитера давайте заберем. Ну, также я тут заменял, короче. Так, сколько у нас там? 2 рубля на балансе. Давайте, сейчас будет самый жесткий апгрейд, блядь. Ставим 50 рублей. Блядь, 500, да, 500. Именно 500, нахуй. Давайте вот эту хуйню. Баланс. На все деньги, блядь, просто. Давайте, на все деньги, блядь. Процент, 4% шанс, блядь. Да, пошла нахуй. Причем тут же, по-моему, сторону менять нельзя, блядь. Тут же сторону, по-моему, нельзя менять. И она второй раз здесь становится. То есть даже если бы у нас было 75%, мы бы хуй вывели. Ладно, народ, пойдем вам что-нибудь разыграем. Так, дорогие мои подписчики и зрители моего канала, разыграю для вас в этом видеоролике вот эту вот пиявку на Пуджа. Она очень часто у меня используется в розыгрышах. И очень много людей почему-то ее хотят. Поэтому что люди просят, то и разыграем. Итак, что нам надо сделать, чтобы получить эту иммортуку? Все очень просто, народ. Лайк, подписка и любой комментарий, ссылочка на свой тайтофер. Это сделано для того, чтобы сразу победили, я сразу же вам отправил вашу пушку, как сейчас победителю из предыдущего видеоролика. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Куинька. Желаю всем ваших подружек, адекватных тиммейтов и дай бог вашмота. Удачи, народ!